Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 1303. События дня. Филиппийцам 4:6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христе Иисусе. Далее объявление. Все просматривают. Затормозить так и просчитать можно. Заново показать. Оказывается, не входило. Мой ответ. Ходи в свой храм. Вот о Харольском разговор зашел. Я его тоже слушал. Раз, другой вижу, все время деньги выпрашивают. Не работают нигде, ничего нет этого. Это странно довольно. Я сразу же взял молиться за него. И молюсь каждый день, его поминаю. Симону. А что они не православные, никакие не принадлежат. А сейчас это модно стало. Что было там я Кифин. Аполосов, а я Христов, сейчас все Христовы. Их сегодня десятки тысяч разных друг друга, они знать не знают. Почему? Ну, не церковь. 2:47 Деяния апостолов. Господь прилагал к церкви. Это никуда не приложенное. Поет. И каждый раз за эти денег я еще спою. Поэтому по всем признакам, по всему он еретик. Я его тоже спрашивал, писал, пытался, они не отвечают. Это у них тактика такая. Девки без платков, одетые в одежду. В одежды. Там у мужчины бывают, там такие, поют где-то в горах, ему надо показать. Да нигде не было. Псалмы Давида поются в храме. А ему надо такой где-то на берегу, рояль привезти туда. Посмотрел, отошел, ничего и нету. То есть по учению церкви он самый настоящий и злостный еретик. А песни поет. Ну, я послушал раза два и вижу, что они этой песни, они ничего не дают. В виде фильма ставится. Ну вот так. День, что принес? До этого я боролся с лопухами. Тут маленькие отделы, ребятишки помогали, тащили. Называется куб среди улицы огороженный. Ну, не среди, а около дому. Так, вечерение было. Помолились, на исповедь сходили. Следующее, 12-е розгование. День Петра и Павла. Вот и все.